Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале. Сегодня речь пойдет немного о колористике и ландшафтном дизайне. Что такое колористика? Это наука, которая изучает все о цвете. Сочетание цветов, контрастность цветов, все, что мы можем применить в любом дизайне. И в ландшафтном дизайне существует тоже, мы изучаем колористику. Почему это необходимо и важно? Для того, чтобы, зная, что вы хотите донести идею своего проекта, оформляете его в том или ином цвете. Также рассматриваем и психологию цвета, а именно какой цвет как влияет на нашу психику, на наше подсознание. Кафе расположено. Оформление идет в ярко-оранжевых цветах. Как видите, само кафе, интерьер кафе ярко-оранжевый и поддерживается озеленением. В озеленении использовано здесь бугенвилле оранжевого цвета, там даже здесь двух цветов представлено, оранжевое и нежно-розовое. В сочетании они дают такое очень красивое облако, пышное. Некоторые сочетания цветов очень хорошо работают на контрасте, но в данном случае внешнее оформление в оранжевом цвете хорошо поддерживается растением бугенвилле. Хорошо выдержан тон, практически круглый год цветет, очень быстро растет, дает до 3 метров за сезон прироста, не требует особого ухода, неприхотливо к почвам. Одни плюсы. Конечно, это все сделано для того, чтобы привлечь как можно больше посетителей. И, как вы знаете, оранжевый цвет по психологии, мало того, что он яркий, привлекательный, привлекает внимание, он еще и вызывает аппетит. Поэтому здесь это сочетание цветов очень уместно, как нельзя кстати. Желаю вам красивых оформлений, интересных. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч. Пока-пока.